Что же такое дизайн? Давайте начнем с самого начала. Если посмотреть определение в интернете, то лично на мое понимание это слово текст совсем не подходит. На русском он звучит как-то немного бездушно и уж очень как-то по-совковски. Проектировать, чертить, задумать, придумать. В общем, что-то очень далекое от того, что на самом деле в моем понимании есть дизайн. Один американский графический дизайнер Пол Рэнд сказал: «Design is too simple, this is why it is so complicated». И дословно это переводится как «дизайн слишком прост, именно поэтому он такой сложный». Действительно, сложность в простых вещах и простота в сложных. И он действительно хорошо сказал, потому что дизайн окружает нас, но мы его не замечаем. И, кстати, часто говорят, что именно те вещи, которых мы не замечаем, являются примерами хорошего дизайна или хорошего качества какой-то услуги, как дизайн какой-то промышленный, который создан для человека, дизайн интерьера, 3D какие-то объекты. Ровно как официант хорош тот, которого ты не замечаешь, но только он гармонично встраивается в твое пространство, но при этом улучшает и облегчает ваше посещение в ресторан. Или, например, iPhone. Замечательный пример замечательного дизайна. Эта вещь сама по себе довольно красивая, внутри него все красиво, интуитивно, и вы почти не замечаете, как выполняете множество абсолютно функций на нем, и при этом получаете удовольствие от использования этого объекта. Конечно, неверно сказать, что определение — это дизайн — это что-то, чего не замечаешь, но это одна из возможных довольно важных характеристик дизайна. И тут очень важная деталь — это нацеленность и дизайн исключительно на взаимодействие с человеком, пользователем, зрителем, посетителем или гостем, например, вашего сайта. В этом и есть отличие дизайна от искусства. И искусство — это больше выражение самого творца, художника, скульптора, музыканта. Дизайн же не существует так называемого потребителя, как я уже сказала. Искусство может кому-то импонировать, кому-то не импонировать. Художника это, в принципе, мало волнует. Ему важно самовыразиться, высказаться. Если это еще и кому-то понравится, это будет называться успехом. В то время как дизайн решает задачу через коммуникацию какого-то сообщения человеку, на которого он нацелен. Будь то обложка книги, которая должна как-то заинтересовать, будет человека захотеть купить эту книгу и прочитать, или баннер на улице, он в свою очередь должен что-то продать потенциальному покупателю, или сайт, на котором все графические элементы должны облегчить путь гостя и привести его к желаемому результату, что-то купить, заказать, или если мы, например, говорим про интернет-магазин, да, или подписаться, если мы говорим, например, про блог. То есть дизайн в этом смысле вещь очень пользовательская, она не может существовать без пользователя. Если проводить параллель с обычными вещами, то искусство — это стремянка, а дизайн — это лестница. Стремянку можно поставить куда хочешь, она не нуждается в опоре, и по ней забраться может каждый желающий. Лестницу уже нужно куда-то прислонить, к какой-то поверхности, в определенном месте, в контексте. И тогда уже по ней смогут подняться люди. Надеюсь, вы уловили эту разницу. И, в принципе, искусство меняет угол зрения. Если стремянку поставить на пустыре, забравшись на нее, человек сможет видеть больше. Искусство открывает горизонты. А искусство также можно поставить в определенный контекст, поставить рядом с новым уровнем, на который ты можешь забраться, и в этом смысле искусство становится дизайном. Кстати, часто искусство становится дизайном, и этому есть много успешных примеров. Я наверняка обязательно еще запишу видео с такими примерами. Или, например, другой пример. Вы в пустыне. Художник может передать свой состояние через картину, а дизайна там нет. Если только дизайнер не решит продавать художнику песок, и тогда он презентует логотип песка художнику и, не знаю, или оборудует какое-то жилище, если, например, дизайнер интерьеров. Вот, кстати, мы подошли к еще одному блоку важных качеств хорошего дизайнера. Это находчивость, креативность, острый ум, наблюдение, анализ и переработка информации, умение замечать и подмечать проблемы и желание находить решение этим проблемам, придавая важную вещь всему — эстетическую составляющую. Иными словами, дизайн — это problem solving, решение проблем, задач при помощи дизайн-мышления. Придавая и эстетической составляющей, да, придавая эстетическую составляющую. И, вот такое определение. Если нет эстетики, то это все что угодно, это может быть инженерия, выдумка, самодеятельность, но только не дизайн.
то что дизайн должен трогать чувство прекрасного. А обязательно поэтому развивать чувство вкуса. Я еще расскажу, как это делать и почему это действительно важно. Но дизайн должен притягивать. Его задача делать продукт, услугу более привлекательной. Особенно в период скачка в потреблении продуктов и так далее. И интернетизации людей. Когда безумное количество визуальной информации доступно вокруг сети и льется просто буквально людей, дизайн должен идти в ногу со временем. К примеру, в средневековье, когда вовсю уже писали реалистичные портреты и многоперсонажные полотна, никого наскальной живописью было уже не удивить. Хотя в период первобытных людей это был абсолютно реальный прорыв в культуре и искусстве человечества. Точно так же с дизайном. Ты не можешь делать в 2017 году дизайн на уровне 90-х или 2000-х. Этот дизайн остался там. В 90-х годах очень важно быть на волне и в понимании, к чему движется общество и его потребности. Я говорю сейчас не про негатив, развращение или какой-то деструктив, который в огромном количестве присутствует даже на YouTube. Дизайн — это философия улучшения. Даже слово «служение людям» тоже может подойти в определение этого слова. И главное в этой философии — человек, с одной стороны, который делает дизайн, с другой стороны, тот, кто им пользуется. Запомните важную вещь. Люди тянутся к красоте, они ее чувствуют, иногда даже не давая себе в этом отчет. И дизайн должен пробуждать в человеке это чувство прекрасного. На этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с теми, кто также интересуется дизайном. Комментируйте, чем дизайн привлекает вас как род деятельности. Пишите свои вопросы, как по дизайну, так и лично мне. И будет обязательно вторая часть, что такое дизайн. В ней я расскажу про 5 основных аспектов, характеризующих дизайн. С вами была Эльвира. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!